Гляди-ка, факториум. Интересно, что здесь делали во время пона? Ядерно. Еще немного, еще чуть-чуть. Убирайся. Это еще не смерть, но почти. Вот это рано. Нифига себе ударчик. Близкий контакт. Чересчур. Тебе нужно привести ноты в гармонию, чтобы настроить трень-брень. Осталось всего пара ходов, соберись. Такой музыке каждый рад. Племенам нужен кто-то, чтобы их объединить. Так, это у нас тоже что-то новое. Трень, что-то там. Трень-брени какие-то. Так, теперь 1600. Так, здесь сразу два. В принципе, наверх залезть, улучшить ближний бой. Все, по 99. Все, отлично. Пора взглянуть, что над нами. Мозгов хватает, уже бегут. Клиент готов. Может, Готенгрот подойдет для отдыха? С одним оружием будет. Так, кто-то бы туда переместить. Не очень удобно сюда заходить. Так, избранная. Так, прыгать или не прыгать? По идее, прыгать.
Получай. И так больше. Против маленьких хорошо. Это будет не прогулка для ленивых. Тут все взаправду. Нет, можно было и не спускаться. Так, а это куда? Мозгов тут было маловато. Ясно, вернулись сюда же. Вон они, лови! Быстро тебе удалось поймать огневичков. Полезная находка. Да, еще немного электрохлома. Не слишком доверяй своему зрению. Оно в темноте подводит. Это почва-клочва. Гостей тут не любят. Это тебе пригодится. Так, прокачаем уровень. Открыта 97. Совсем скоро неплохо. Будет 100%. Здесь можно покопаться. Так, еще один. Странная штуковина, не находишь?
сюда, что ли, спрятали? Найди зацепку! Так, все, все нашли. Тоже по большей части расходники. Готовка. Так, следующее рядышком. Добежим. 300 метров недалеко. Это площадь Строячков. Кое-кто тут еще и строить пытался, покуда все не начало заканчиваться. Так, мы можем потом не вылезти, если не перелетим. Попробуем. Давай, давай, чуть-чуть. Настоящая борьба. Так, здесь какой-то девайс из старого мира. Поищем. Согрелись. Вообще. Так, может, по карте что-нибудь тут есть? Нет, нету. Ну, какой-то девайс из старого мира должен быть. Так и заразиться недолго. Так, свет понятно. Возвращается. Где его искать? Ладно, если что, потом найдем. Наверняка на него кое-что не дадут. Так, Бибип очень рядом. Надо бежать.
старая жуй-хата. Ты только представь, здесь прямо горячую еду давали. Жге! Баба! Нифига себе ударчик. Горячий металл. Холодрыга. Выставь рукоятки в ряд, чтобы их уровень совпал. Осталось всего пара ходов, соберись. Даже здесь любой ночи все еще приходит конец. Так, ладно, что искали, то нашли. Остальное не обязательно. Тут Мишурель проживает. Бандиты кругом. Получай. Криозаморозка. Прекрасная встреча. Стрелян. Может, оно того и стоило? Снаружи светлеет. Благо... Так, еще троих спасти. Отличная добыча еще где-то одна. Одну можно найти. Это тихое место, где можно отдохнуть. Там, походу... Thank you.
Или нет? Не дочитали? Опаньки! Так, по-моему, не зачитали. Да, где-то еще одна. Три нету. Там нету. Это пропустили. Забирай это себе. А, все-таки вот это было. Я думал, здесь просто боеприпасы какие-то ненужные. Окей. Так, следующее 538. Хранилище. Так, Ведьмин дом, либо Вехтова. День уходит. Займись делом, пока можно. Так, кто-то хочет нам дать задание. Так, не он. Ну, ладно. Тут чуха-парк. Самые разные чучухи здесь живут. На баяне играет. Плохо, правда. Ну, это перебор. С этим монстром покончено. Давай, без оскорблений. Мочи их! Повсюду пули! Это твоя история. Береги ее. Что-то было забавное. Но то, что он умер, это, конечно, не забавно. Но с ракетой это было весело. Так, 500. Так, ну от тебя пойдем.
Кто это у нас тут такой? Эй, эй, эй! Бум-бум! Голова, шапка с гребнем. Не так уж и плохо. Так, удача. Шанс крита 90. Так мне больше нравится. У него больше было. Это бум-крывище 6L. Кажется, в нем все в рабочем состоянии. Закрыт. Грязное грязище. Вон они, лови. Из древа хлома можно наделать кучу всяких чудесных штук. В яблочко. Пошла потеха. Что, металлохлом? Он всегда пригодится. Так, можно контейнер взять с биокляксами. Он обычно очень заметный. Хотя тут территория не очень ясная. Так, ну мы нашли. Я думаю, это оно. Да, это все еще та же территория. Так, ладно, остальное мы не будем собирать. Ну, только вот это разобьем. Просто проверь эту хрюкову груду. Так, и все. Так, следующий у нас находится где-то здесь. У нас либо здесь пробежать. Там, в принципе, вообще у нас еще неизведано. Болото, вода одна. Так, там мы практически не были.
пещера какая-то. Что у нас там за пещера? Не ясно. Потом проверим. Последнего пленника спасем. Найти электрохлом – стоящая вещь. Так, тут у нас поезд засыпанный. Тем не менее, что-то там есть. Не давай песку попадать в глаза. Ого, смотри, это резинохлом. Это нора Эку. Головорезы без страха и упрека. Подобу! В это убойный стиль. В поисках. Интересно бывает находить всякое. Так, побочное задание завершено. Пленники. Что, они ничего не дали? Просто завершено и все. Зона завершена. Так, ладно, смотрим, что у нас тут есть рядышком. И где контрольная точка, так, то вниз. Это все потом можно. То есть направо какие-то пещеры. Это вряд ли сквозное. Так, отправимся. Ну, точно, наверное, бандитская яра сейчас доделаем. Как раз здесь сейчас пробежимся, посмотрим, что тут есть еще. Нам бы пункт
быстрого перемещения открыть. Это, я так понимаю, надо бежать рядом с дорогой, чтобы что-нибудь встретить. Так, вот там, по-моему, шар, там деревня. Вот здесь у нас фигура Таун. Великолепная галантия. Посмотрим. Песок и ветер — плохое сочетание. Так, а здесь у нас получается совсем рядом. Нет, что-то не то. Есть вход. А, может быть, у нас там потом последний босс будет. Этот Люпин. Скорее всего, там. Убирайся! Отличный выстрел. Там еще есть пункт быстрого перемещения. Эй, смотри, тут для тебя металлохлом. Да, это Бионуклеус 10К. Возможно, здесь все еще высокая концентрация загрязнения. Так, здесь мы осмотримся. Люблю эти блестящие кусочки. Так, или походу мы осмотримся потом. Территория очень большая. Вот это хорошо. Это хорошо. Посмотрим. Смотримся сейчас. Вот тебе и новый день. Можешь получать удовольствие. Жуть, какой отвратительный запах. Мегаморг. Ой, прямо между глаз. Бум-бум. Ты умеешь использовать всю эту мелочевку.
Из тебя выйдет неплохая ледяная статуя. Так, и больше тут ничего интересного. Так, как отсюда выбраться? Где какая-нибудь лестница? Особо не хочется. На вид должно держать. Ночь дает возможность отдохнуть от дня. Так, точку мутации надо было все-таки подойти. Больше тут интересного нету ничего. Очень жаль. Дальше. Так, вот это подстава. Подстав. Так, ну ладно. Не так уже далеко. Девайсы старого мира. Вот. Хотел бы я тут найти. Понятие к делу. Территория не маленькая. Он где-то в бункере. Либо здесь. Ладно, потом, если что, нам по квесту скажут идти сюда. И укажут, где он находится. Ночь. Вот время, когда надо красться. Так, а как нам туда попасть? Это похоже никак. Очень интересно. Перепрыгнуть мы туда точно не сможем. Либо это позже нас сюда приведут.
мы как-то сможем перелетать эти... это место. Нам же все равно, получается, сюда нас поведут. Так что пока, скорее всего, нам туда просто не попасть. Либо у нас что-то будет по этой нефти. Где у нас еще два места есть. Ладно, тогда пока, наверное, не будем пытаться сюда попасть. Пока что бесполезно. Так, либо он там корабли. Или не корабли. А сначала на четверых мироедов. Убить. Потом сможем здесь плавать по нефти. Так, вот сюда мы можем попасть. Сосредоточься на канате. И специально. Я два раза пробил, не нажимал. Иногда сам вытаскивает этот свой проплан. Значит, далеко. Ладно, туда мы пока не попадем. Это рядом. Герои вдохновляют, как ничто другое. Этих же желательно хватает, уже беги. Убивать. Там валяется куча упругих ледяных ломин.